полной неожиданностью для танковых экипажей. Он застал командира 53-й гвардейской танковой бригады полковника Василия Архипова в районе станции Вислица и привел в уныние. Земля под его танками была самой западной точкой Европы, освобожденной Красной армией от немцев. Приказом командования 53-й танковой бригаде предписывалось занять оборону восточнее Шидлова. Повинуясь приказу, танковый корпус повернул на восток. Неприученный обсуждать приказы командования, Архипов, как опытный командир, понимал, если в штабе армии принято такое решение, значит, бригаду под Шидловом ждет настоящее пекло. Узнав об отступлении русских, генерал-полковник Харпе пришел в ярость. Это означало одно – советский танковый корпус вывернулся из ловушки. Не хватило каких-то суток для организации отсекающего удара. В штабе Харпе лихорадочно просчитывали другие варианты, включая создание оборонительной полосы западнее Вислы. Но распоряжение из Берлина перечеркнуло любые планы, кроме контрнаступления. Приказываю группе армий ликвидировать русские плацдармы в районе Баранова. С 6 августа оба советских плацдарма подвергались непрерывным атакам по всему периметру обороны. Самолеты Люфтваффе бомбили переправы, нарушая снабжение. Подкрепления, перебрасываемые на левый берег, несли потери. Наземные службы советских ВВС не поспевали за стремительно продвигающимися на запад войсками. В критические дни начала августа плацдармы оказались за пределами зоны действия советских истребителей, без воздушного прикрытия. Находясь в воронке, видишь, как самолет пикирует и сбрасывает бомбы. Смотришь, они отрываются от самолета и летят прямо на тебя. Закрываешь голову руками, как будто это спасет, и ждешь. Взрыв. Слава богу, мимо. Но это страшно. Маршал Конев мог рассчитывать только на наземные войска. Для удержания позиций он сосредоточил у Сандомира две танковые и одну общевойсковую армию. Только такими силами можно было сдержать немецкий натиск. Но проблема заключалась не только в численности солдат и количестве техники. Под Барановым три советские армии фактически находились в полуокружении, соединенные с большой землей лишь тремя дамбами и несколькими паромными переправами через Вислу. Войска нуждались в расширении плацдармов, увеличении контролируемой береговой полосы. В этой сложнейшей ситуации Конев принял рискованное, совершенно неожиданное для немцев решение – нанести охватывающий удар и отсечь сандомирскую группировку вермахта. Танковая бригада Архипова, занимавшая позицию у Шидлова, получила приказ отойти в тыл для срочного ремонта и пополнения топливом и боеприпасами. Без этого она была небоеспособна. На западную окраину городка прибыла стрелковая дивизия, усиленная двумя истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками. На вооружении полков имелось 4 десятка орудий ЗИС-2 калибра 57 мм и ЗИС-3 калибра 76 мм. Времени окопаться, подготовить и замаскировать позиции оставалось менее суток. Противотанкисты — это артиллерийский спецназ, призванный стрелять не за горизонт, а прямой наводкой под прицельным ответным огнем врага. Истребительный полк номер 1076 прошел с боями всю Украину, был отмечен наградами. Но никогда ему не приходилось выполнять настолько ответственное задание — прикрыть Шидлов с северо-запада и не допустить прорыва немцев к Сташеву, ведь там прямой выход на Барановские переправы — самое уязвимое место Советского фронта. Командир полка, подполковник Федор Калинин, был весьма обеспокоен сообщением о новых немецких танках. По скудности сведений догадался, об их слабых сторонах ничего не известно. Опыт подсказывал максимально использовать местность. Накануне боя Калинин расположил все 6 батарей полка на обратных склонах невысоких холмов. Так немецкие экипажи смогут засечь артиллерийские позиции, лишь находясь вблизи. Тем самым противник утрачивал главное преимущество своих дальнобойных пушек — вести убийственно точный огонь с 1,5–2 километров. Позиции батарей образовали уступы, чтобы брать атакующих в артиллерийскую вилку. Калинин волновался не зря. Накануне к Мельнику прибыл 501-й батальон, вооруженный новейшими «Тиграми Б», о которых ходило столько разговоров по обе стороны линии фронта. 45 танков, самых больших из всей крупносерийной бронетехники той войны. Толщина лобового листа 150 мм. Длинноствольная пушка с отличной прицельной оптикой. Первое же применение в Западной Европе новых «Тигров», неофициально именуемых «королевскими», было весьма успешным. Немецкие танкисты поверили в их несокрушимую мощь. Этому батальону предстояло послужить острием копья танковой дивизии, что пронзит советскую оборону до самой Вислы. 16-я танковая дивизия выступает из района Хмельникова в восточном направлении, уничтожает встречающиеся слабые